dvhub.ru. Я вот бывал раз в Петербурге и там нашел какие-то, которые, ну, тоже такие странные, тоже энергетика не такая мощная. Ну, единомышленников нашел. Девчонки потом переедут тоже туда. Как знаешь. Это была каникула проект. Нет, так вот, а у меня встреча, у меня наоборот вопрос противоположность переезду. А идеи же наверняка какие-то есть на тему, что, ну, что делать-то, если не переезжать? Ну, не, раньше вы переехали. Я вам не хочу. Потому что я не знаю, что вам. А, почему не переезжаете? Я не знаю. Не знаю, что делать? Не знаю. Или просто боязно даже озвучивать это? Ну, и страшно, и неизвестно. Я не знаю. Поддержки нет. Ну да, если переезжают, то тогда... Не, или если не переезжают. А не переезжают, тогда можно коллектив. Где ты можешь, ну, как бы, отключиться. dvhub.ru